Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. В Алмате в честь праздника прошла футбольная лига среди дворовых команд. Таев Ирлан, организатор футбольной лиги среди дворовых команд. Данное мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и футбола как самого доступного вида спорта для массовых занятий. Все участники данного мероприятия получили огромное удовольствие от игр и с большим азартом участвовали в борьбе за первые места. Общее количество команд за два дня составило больше 70. Участников разделили на две лиги. Первые ребята до 15 лет, во второй от 16 лет. Проводится при поддержке городского кината города Алматы. Дворовая футбольная лига, мы стараемся максимально ее сделать приближенной к дворовым играм. Это не профессионалы, это как раз таки любители мини-футбола. Как гласит в Олимпийской хартии, олимпийское движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствовать таким образом созданию лучшего и более спокойного мира. Меня зовут Серкол Фадлет из команды Аскерата. Я атакующий полузащитник. Ощущение такое спокойное, впечатление очень хорошее. Организаторы хорошо все устроили. В целом, Олимпийский день очень сильно понравился. Олимпийский! Ура!